Ушли. Теперь не доберутся. Ладно. Смотри. Получилось. Вот, лови. Держись с краю, там помельче. Давай сюда. Есть. Ладно. Открывай дверь. Смотри, вот она. Давай, залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово. Долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Mm-hmm.
поняла. Это мысль. Ё-моё. Я пойду вперед, а ты за мной. Поняла. Ну вот, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Видишь? Ты сама допрыгнула. Может, свалим уже? Держи. Давай, сись. Дыши, дыши. Руки вверх! Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай, давай. И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину.
Как гриб отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. Вставай. А ну, вставай. Давай. Иди. Иди, я сказал. Дай только повод. Куда? Хрен ли ты встал? Шагай! Иди, говорю! Где операционная? Не тяни время. Где? Где? Самый верх, дальний конец.